что такое? Нет! Ребята! Мы просто... Мы вылезли! Теперь я понимаю, что это было и где мы находились. Всем привет, друзья! И сегодня мы круто поиграем в Roblox! Круто! Класс, ребята, отлично! Никуда не переключайтесь! Так, и у нас самое начало. Начало. Вау, смотри, какие-то. Что это такое? Черепа? Он что-то говорит. Вау, сразу же ребята попали, сразу же на череп заскочили. А может надо пройти и там через два черепа перепрыгнуть? Вон он кто-то говорит. Подождите. Оп. Оп. И куда дальше? И через один оп. Скелет перепрыгивать. Тут оп. Молодец. Есть, классно. Теперь надо так. Пройти эти мозги. Это вау. Кровь. Ребята, какая-то кровь у нас. Я не вижу. Есть, прошли, классно. Так, вау, это что такое? Ой, вау, ребята, не надо было вставать, не надо было вставать на могилу. Значит. Так, идем дальше. Ой, не встаем только. А куда нам нужно идти? А вдруг мы... Вау, опять. А вдруг в одной из могил есть проход? Да, есть. Так. Ну-ка, проверь любую могилу. Вот туда нам нужно найти как-то проход. Вау, ребята, смотрите, какое чудовище! Вау! А, вот это да! Мама меня! Так. Ну, вот туда надо. Вау, ничего себе! Вау! Где это мы? Падаем. Вау, куда-то мы провалились. Ребята, вот это паук. Это огромный паук. Огромный паук. Мамочка, мама, я боюсь их. Вон, ах, сразу попались. Это его паутина, видимо. Это ядовитая паутина. Аккуратно. Такие широкие полоски здесь у нас. Так. Я даже... Их перепрыгнуть сложно. Ну, сложно. Оп, маленько, да? Оп! Надеюсь, класс. Вот эти полосочки потоньше будут попроще. Может быть. Но они очень близко, ребята, вот эти вот. Смотри, какой паук. Вау! Вот это паук, паучара целый, да? Я очень боюсь пауков, но таких огромных я в жизни не видела. А я их вообще никогда. Есть. Но я в первый раз их увидела. Вау, ребята! Мы что-то уже... Мы быстро проходим так. Ну да. Есть, классно! Так, куда нам дальше? Не вау, туда, паук! Какой-то паучий! Вот туда. Паучи. На рее! И туда. Молодец! Есть, что? Прошли! Это что? Ребята, какие-то кровавые штуки, смотрите! Ой. Это... Не знаю, если какая это кровь. Если это кровь, я точно сейчас попаду. Вау, тихонько. Попу... На самой последней. Надо было аккуратнее, ребятки, действовать. На самой последней. Не торопиться. Есть. Ух ты, смотри, какие скелетоны торчат. Это что за паутина? Это что за нитки такие? Дима! Вот это да! Вот это чудище, а у нас это, какие? Это вообще скелеты это какие-то. Это тоже паутина у них, что ли? Да. О! Блин, ребята, сразу же! Где у нас она ручки? Так высоко находится. А где у нас голова? Так, как-то нам надо разогнаться. Развалились сразу, да? У нас ручки отпали. Все, собрались? Все, собрались и... Опа! Опа! Оп! Есть! Мы прошли! Вау, ребята! Вау, смотрите, кто это? Вот это чудовище, вот это чудовище. Я его вау, там какая-то лава, ребята, так. Это жижа. Это какая-то жижа, да. И мы по этим столбикам, да? Мне кажется, дальше будет посложнее. Аккуратно. Да. А! Доверил. Мы с первого раза.
самая толстая. Ничего себе! Так, да. Идем в очередной раз, ребята. Еще все, сейчас пройдем. Точно, все. Собрались. Оп. 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 Есть! Плохо, давайте пять. Отлично. Туда надо. И идем. Вау, куда это мы идем? Вау, ребята, мы вылезли. Это могила. Мы вылезли из могилы. Вау, тут само едет. Вау! Ребята, тут как-то надо их перескакивать, зомби на нас мы нападают. Мы в игре, которая называется зомби-апокалипсис. А, ребята, отпали руки! Все, приехал по отдельности. Ну, как приехала. О! Есть! Мы прошли, классно! Так, у нас какая-то кровавая жижа. Сразу встали на нее. Блин, сейчас все, собрались, аккуратно. О, собрались, классно. Так, и погнали. Аккуратно. Так, тихонько, тихонько. Есть! Мы прошли, классно. Вау, этот чувак нам показывает. Иди туда. Уа, смотри, какое чудовище. Обалдеть. Так, ну что ж, ребята, кому не страшно, оставайтесь, конечно же, с нами. И мы по этим бочкам должны, видать, перепрыгнуть туда. Вау. Опа. Опа. Вау! Идем! Ребята, мы залетели к нему в рот! Смотрите, это у него язычок! Обалдеть, вот это вот язычок! Сохранимся! Похоже на какую-то конфету! Так, и вниз! Вау, ребята сразу же попали к нему в желудок! И посмотрим, да, что там у него лежит. Такс. Вау, что это такое? Курочка. Курочка какая-то. Какая-то курочка. Бургер. Старый уже гнилонец. Это что, сэндвич, да, у нас? Это сэндвич. Это, походу, кусок сыра. Мозги. 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 Вау, мы на мозгах. Мы на мозгах. Погнали дальше. Погнали. Тут дальше. Какой-то чувак с попугаем рядом с нами идет. Кости. Кости. Понятно. Потихоньку. Оп. Так. Ой. Чуть назад. Так, потихоньку. Ребята, мы идем по костям. Внутри. Внутри зомби. О, представляете? Я представляю, что с нами сделает он, когда он нас заметит. Я так, тихонько. Ребята, мы находимся внутри у зомби. Обалдеть. Тихонько, потихоньку, по этим костям. Аккуратно, не упади. Вау, есть, классно. Вау, это что надо такое? Надо есть. Ребята, это какой-то, видимо, у него позвоночник. Мы лезем по горам. Мы лезем, да, в зомби. Куда же мы лезем? Куда? Вау, ничего себе, что это такое? Это какие-то... Капилляры. Капилляры? Да, кровавые, с кровью. О-о-о. Прошли. Вау, это куда? Это куда? Ребята, что-то здесь все коричневое, как будто это... Зыб. Я думаю, ребята поняли, о чем я. Ребята, неужели это то самое место у зомби? Я узнала, о чем. Вау, ребят, погнали. Там какие-то стоят штуки для нас, да, сразу, которые нужно перепрыгивать очень быстро. Очень. Так, погнали сюда. Слишком рано, я подпрыгнул. Слишком рано, ничего страшного. Все, собрались, все хорошо. И погнали. Собрались? Ой, почему мы так бегаем, непонятно. Так, ну все ж, погнали дальше. И второй!
и третий, и четвертый, и пятый. Ребята, аккуратно. Страшно? И пятый. И еще. Ничего себе! Ребята, прямо из-за угла сразу же она. Я думал, уже все будет, наконец-то. Конец этого всего, да. А мы с самого начала. С самого начала, да, но ничего, мы уже знаем, где что у нас лежит. Ой, если бы мы это не затронули, хоть я и знаю, что это за палочки. Что это за палочки? Не знаю, что это за палочки. Мне кажется, все ребята как уже... Вау, да, где-то мы в каком-то месте, да? В каком-то месте у зомби в желудке в странном месте. Мне кажется, перепрыгнули. Мне кажется, это вообще не желудок. Не желудок, Настя? Нет. А что это тогда? Сами узнаете. Непонятно, что это такое. Вот. Ты хочешь сказать, мы у него в попе? Да ладно, ребята! Я не верю! А угадай, почему мы идем? Потихонечку, ребятки, двигаемся, мы потом все узнаем. Нет. По столбикам, да, по этим можно просто так, да, пройти? Да, можно. А может и нет. Аккуратно. Аккуратно проходим. Потихоньку. Ой, страшно. Только не упасть. Только не упасть потихонечку. Есть. Классно. Так. Чуть назад. Я. Есть, ребята, мы прошли. Выходим. О! Попа! Ребята, да ладно! Попа! Это что такое? Нет! Это ребята! Мы просто... Мы вылезли! Теперь я понимаю, что это было и где мы находились. Да. Кошмар! Кошмар! Я знаю, что... На что мы спотыкались, умирали. Это были какашки, ребята! Мы ходили там по какашкам! Фу, какая вонь! Ребята, сматываемся отсюда! О! Ничего себе, как быстро мы улетели! Какая-то появилась у нас скорость! Так, ребята, этот чувак нам указывает путь! Так, и мы направляемся... Так, куда нам нужно? Вот туда. Так далеко, ребята. О, как мы... Смотрите, мы как стали бегать. Обалдеть, вот это мы бегаем. Вот это мы скоростные. Так, погнали на бочку. Вау, ничего себе. Лопата, какая-то лопата здесь лежит. Тихонько по лопате и туда. Чуть не упали в эту непонятную жижу. Чуть не упали. Вон туда. Лезем наверх. Залезли. Куда, Димка, дальше? Туда. Да. И туда. Есть. И туда. И по бочкам. По бочкам. Ребята, какие-то бочки. Смотрите. Ребята, блин, по бочкам. Аккуратно. Нет. Мозги. Вау, мы стоим на мозгах. Что это такое? Какие-то мозги. Это мозги. На него? Да. А куда дальше? Дальше. Вон. Ребята, блин, чё не упали? И поехали! Есть! Мы прошли, ребята, игру! Yeah! Давайте 5! Отлично! Класс, супер! Так. Тут можно поделать. Что здесь можно нам поделать, правда? О, ребята, смотрите, у нас какие-то штуковины внизу появляются. Ну-ка посмотрим. Что это за штуковины? Ну-ка. Что это такое? И что? Мы можем ходить. А попробуй вверх. Вау, ребята, смотрите, пружина. Мы можем сейчас прыгать. Вау, ничего себе. Класс. А это что такое? Планер. Это такой, да, как он, дельтаплан, планер да. Такой, ничего себе, классно. А если, ребята, подняться повыше, да, вот так вот будем строить. О, мы можем везде ходить. Мы можем даже по этой жиже ходить.
ходить. Нифига себе, вот это классно, ребята. Оу, куда мы идем? Круто. Обалденно, мы даже можем хоть куда, да? Хоть куда, даже обратно. Хоть куда, ребята, даже, смотрите, под даже, нами целое... Даже к началу. К самому началу можем уйти. Обалденно. Крутяк, да. Где-то там еще все ребята наши проходят. Вон. Смотрите, ребята, это то самое кладбище. Да, попа. И та самая попа, из которой мы вылезли. Так, а давайте попробуем выбрать вот эту вот штуковину. Блин, почему-то он не полетел. Это не работает. Почему-то он у нас не полетел. Ребят, смотрите, осталась наша дорога. Ну хоть на ней пойдем. Ага, а там мобы. Идем, да, по нашей дороге. А, мы еще ничего не взяли. Ой. Мы ничего не взяли, давайте возьмем пружинку себе. Я там забыв есть. Да, давайте возьмем пружинку. О, взяли пружинку. И попробуем просто, да, попрыгать. Опа! Класс, ребята, отлично! Вау! Это супер! Как классно, мне нравится прыгать! Вау! Мы пойдем наверх и потом прыгнем. Ничего себе, обалденно! Так, и куда нам сейчас нужно направляться? Куда-куда? Наверх, да, пойдем? Да. Пойдем наверх по нашему пути, который мы, ребята, сделали. Круто! Крутой. Класс! Есть, супер! Нифига! Мы все проходим, эту трассу нашу, да? Все, да. Все наши задания просто обходим по верху. Обалденно, ребята! Суперска! Ну, обалденно! Так, и куда мы направляемся, Димка? И потом прыгай зомби наверх. Ха-ха, к зомби. Пойдем к этому зомби, да? Сейчас получится как надо. И прыгай. Прямо в попу. Опять попали. Блин. Куда-то мы залетели опять. Вау, туда нельзя. Вау, мы можем. О, ребята. Мы у него во рту, нифига себе, вот это да! Помогите, спасите! Эй, помогите нам! Я тебя сейчас съем! Куда? Наверх, на голову! А он ему в рот сразу запрыгивает! Класс, ребята, обалденно! Вау, супер! Ребята, а кому понравилась игра, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока-пока!